Побеждает любовь, побеждает добро. Приключения ждут, мы команда одна. Как же нам повезло, нам не страшны враги. Дело лето, вперед, друзья. Школа научит нас секретам, мы одна семья. Между добром и злом мы на грани балансируем. Что же теперь нас ждет? Смотри, новой серии. На краю пропасти. Ты бросаешь кости и не знаешь, что тебе выпадет. Ангелы? Демоны? Ты просыпаешься с утра, и тебя встречает дождливый день. Или солнечный день, грустный день или веселый день, все как обычно. Сегодня мы собрались здесь по особому случаю. Сегодня мы проведем турнир света и тьмы. По традиции мы проведем 4 состязания между ангелами и демонами, а затем финальное командное состязание. Мы настаиваем на выработке традиций и условностей, чтобы у нас было время подготовиться и спланировать. По старинному обычаю соперников выберет шар судьбы. Но в конце что-нибудь обязательно идет не так. Как здорово! Сейчас начнется турнир света и тьмы. Ты идиот! Только мне подвластен шар судьбы. Победитель каждого состязания приносит команде одно очко. Выигрывает та команда, которая заработает наибольшее количество очков. Да здравствуют силы тьмы! Сотрите ангелов в порошок! Да. Команда, которая победит, отправит домой одного члена проигравшей команды. Он говорит, что кого-то из нас выгонят из школы? Да, это одно из правил турнира. Когда я участвовал в турнире, демоны нас победили, и одного из ангелов отправили домой без нимба. Я бы не хотела вернуться домой без нимба, это ужасно! Ты думаешь, ты одна такая? Никого из нас не отправят домой, потому что мы выиграем. Ури права, мы выиграем турнир света и тьмы. Мы выиграем! У меня еще одно важное сообщение для вас. Во время состязаний вы откроете в себе новые силы и научитесь управлять ими. И, наконец, все члены выигравшей команды получают силу проекции. Она поможет им в их земных делах без потребности превращаться. Новые силы, классно! Рано радуешься, их еще надо получить. Хочешь сказать, она не сможет? Я хочу сказать, что вы мне не чета. Когда я участвовала в состязаниях, это было просто смешно. Мы их уничтожили. Круто. В этот раз мы снова их уничтожим. Точно. Это витающие в облаках плаксы с нимбами. Не помеха для демона с рогами. А теперь начнем отбор. Выберет шар судьбы. Будем надеяться, не выберет Рафа Сульфуса. А я надеюсь, я буду не первой. Микки? Нет. А ее соперник? Газ. Йо! Ты знаешь еще кого-нибудь по имени Газ? Сладкая? А ее соперник? Кабирия. Не могу поверить, что мне придется состязаться с этой безвкусной лохушкой. Отлично, я эту карамельку проглочу одним махом. Не надо ее недооценивать. Сладкая много раз показывала мне, на что способна. Ури. А ее соперник? Кабале. Раб. А ее соперник? Это невозможно. В моем мире возможно все.
Сульфус! Это просто ужасно! Раф и Сульфус – не самое мудрое решение. Да, но мы не можем пойти против воли шара судьбы. Правильно, Аркан. Вы ничего не сможете сделать против моей воли. Итак, первое состязание между Гасом и Микки. Демоны, наша очередь выбирать место состязания. Какие идеи? Ты будешь с ней сражаться, Гас? Что ты придумал? О, понятия не имею. Я придумал. Классное место! Я обожаю эту игру! Это же поле битвы! Ой, я терпеть не могу компьютерные игры! Не волнуйся, мы быстро сыграем! Быстрые крылья! Нет! Что мне делать? Если я взлечу, меня могут попасть бомбы! Скоро будет конец игры! Крылья-бургеры! Осторожно! Давай, Гас! Давай, уничтожь Гас. Ее! Дай мне минутку. Я не могу дать этому куску сала меня победить. Стена! Нет! А вот и я. Я фарш из твоих котлеток сделала. Это были бургеры. Без разницы. Теперь моя очередь. Жвачка! Молодец, Микки! Yeah. Давай, Гас, она тебя дурачит. Что ты стоишь? Делай что-нибудь. Это не считается. На войне все средства хороши. А теперь второй раунд. Липкие крылья! О, если эти штуки ко мне приклеятся, я проиграл. Мне нужно срочно что-нибудь придумать. Толстые крылья! Что ты со мной сделал? Я тебя замедлил. Нет, я растолстела. Не волнуйся, я тебя мигом тоще сделаю. Сила магнита. Вы видели? Гас открыл новую силу. Профессор сказал, это случится. Боюсь, состязание закончено. А теперь что? Я могу начинить тебя свинцом с ног до головы. Нет, спасибо. Спасибо, я и так тяжелая. Ты выиграл. Да! Да, да! Да! Отлично, Гас! Вы это видели? Просто отпад! Как я мог управлять металлом? Это реально крутая сила. Точно! Я могу теперь притянуть к себе все холодильники в радиусе 10 миль. Простите, девочки, я вас подвела. Не надо извиняться, Микки, ты была на высоте. Она права. А сладкое поможет нам выиграть. Так что ты задумала? Какие декорации ты выберешь? Я выберу то, где я абсолютно непобедима. Дамы и господа, с удовольствием представляю вам мою весеннюю коллекцию. Звуковые крылья. Должен сказать, она умеет произвести впечатление. Да уж, где нет равных сладкой, так это на подиуме. Но мы еще не знаем, что придумала Кабирия. Что бы она ни придумала, победить ей не удастся. Моя соперница показала вам милые уловки. Но мир моды — это не игра. Это война. Ночные крылья.
А, помогите! Я не вижу, что происходит! Дикие крылья! Что это? Это пантера? Как она смеет называть это модой? Это больше на цирк похоже. А юбка на ней стильная, Хайди бы ее надела. Давай, Каберия, своим выходом ты загнала ее в угол. Да, но ход состязания решат аплодисменты. Мне нужно заставить их хлопать. Что? Что это? Она рычит! Она рычит! Она загипнотизировала зрителей. Ох ты, вот это впечатляет! Так нечестно! На войне все средства хороши, увы. Ага. Кабири открыла в себе силу гипноза, и она ее использует. Да, она выиграла! Выиграла! Ура! 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 Счет 2-0 в нашу пользу. Нам нужно всего лишь выиграть третье испытание, и мы отправим домой одну из этих жалких ангелочков. Если мы еще раз проиграем, одна из нас отправится домой. Да, мы ни в коем случае не должны проиграть. Я смогу победить Кабали, и ты должна победить Раф. Победить Сульфуса? Да, Раф. Ты сражаешься против Сульфуса, но выиграю это состязание я. Ха-ха-ха! Ангелы!